Продолжаем тренировки по варминту со столом от Черепова, от Алексея. Стул так и не купил, пока с табуреточки. В этот раз я мишени подписал. Ну, так будет удобнее, потому что здесь нет возможности выставить их подряд, как было в прошлый раз. Вот. Вот так вот они стоят. Вплоть до 100 метров. Видите, миражи очень сильные. Да и ветерок тоже, кстати, приличный вполне. Так что должно быть интересно. Стреляем 75, но она немножко перекрывается 70. Посмотрим, получится, не получится. Не получится, пойду схожу, поправлю. Попасть попал, но не закрутил вообще. Хотя попадание, кстати, почти на полный калибр. Просто по центру попал сам мост, ниже и левее. Но учитывая то, что я опять расставлял по шагам фактически, то такие погрешности по вертикали вполне уместны. На 0,75 мило смещение влево. Давайте посмотрим, куда удалось поразить мишени. Это 50. Пришло в центр. С прошлого раза я не закрашивал мишени. Сейчас на обратном пути закрашу. Пять. 60. Заметьте, мишени прочные.
при моих 4,5 джоулях не гнутся, ничего, то есть все проверено. Алексей в этом плане молодец. Шестьдесят пять в краюшек. Семьдесят. Семьдесят пять. Вот прямо в краюшек чиркнул, видимо. Восемьдесят. Восемьдесят пять. Девяносто. Девяносто пять. Ну вот соточка.